Лето – это сезон капитального ремонта. По плану в этом году в Чебоксарах должны отремонтировать больше сотни многоэтажек. По городу Чебоксар на 2019 год запланировано проведение капитального ремонта в 119 многоквартирных домах, где проживает почти 19 тысяч человек. Самые популярные виды работ – это ремонт кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации, смена электропроводки. На сегодняшний день работы начались в 57 домах. Отдельный вопрос – замена старых лифтов. По состоянию на 1 января 2020 года 1138 лифтов не будут соответствовать требованиям безопасности. 122 лифта включены в программу 2020 года. То есть на 2020 год 122 лифта стоит? Стоит. В настоящее время мы прорабатываем вопросы и с обслуживающими организациями, с управляющими компаниями по планированию дополнительных работ именно по ремонту лифтов. Есть несколько вариантов решения этих вопросов. Если не заняться этим вопросом сейчас, уже в следующем году в городе по требованиям безопасности могут отключить около 500 лифтов.